Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим поделиться нашим семейным рецептом. Овощная запеканка с фаршем под соусом бешамель. Потрясающе вкусное блюдо, которое мы очень часто готовим себе на семейные обеды и ужины. Нам понадобится говяжий фарш. В принципе, можно использовать фарш из нежирной свинины и даже куриный фарш, но из говяжьего фарша получается особо вкусно. Понадобится 4 средние картофелины. Ну, вот на одну порцию примерно вы увидите размер порции, который мы приготовим. Один сладкий перец, баклажан, цибулька, 2 помидорчика или томата, 4 зубчика чеснока. И понадобится вот такая вот форма для запекания. И, естественно, для соуса бешамель. Сливки, сливочное масло, немножко муки и немножко базилика. Точный набор ингредиентов, а также текстовый пошаговый рецепт вы найдете в описании этого видео. А мы приступим к приготовлению. В первую очередь подготовим баклажан. Для этого разрежем его на 4 части вот таким вот образом. И каждую из частей порежем дольками. Где-то по 0,5 сантиметра толщиной. Нарезанный баклажан перемещаем в какую-нибудь посудину и хорошенько посолим. Это делается для того, чтобы баклажан отдал горечь. После этого мы его будем промывать, поэтому не бойтесь его пересолить. Далее надрезаем томаты крест-накрест. И заливаем их кипятком на несколько минут, для того, чтобы легче снять кожицу. Пока помидорки запариваются, порежем картофель. Точно так же режем на 4 части. И после этого нарезаем дольками. Толщиной тоже где-то миллиметров по 5. Далее почистим сладкий перец. Для этого вырежем плодоножку. После этого разрежем перец на сегменты. И нарежем такими же дольками, где-то чуть меньше сантиметра. Перец чили используем по желанию. У нас желание есть, потому что мы с Ларисой любим остренькое. Разрезаем его пополам и нарезаем тонкой соломкой. Ну, такими же дольками, в принципе, как мы резали сладкий перец, просто толщиной миллиметра 1,5-2. Цибульку нарезаем мелкими кубиками. Примерно вот, чтобы такой результат у нас получился. Чеснок можно измельчить любым удобным для вас методом. Можно на чеснокодавилку, но это самый непредпочтительный вариант. Можно просто порезать меленькими кубиками, а можно раздавить и порезать мелкими кубиками. Примерно вот такого вот размера. К этому времени томаты как раз ошпарились и снимаем с них кожицу. После того, как томаты ошпарены, кожица снимается очень легко. Почищенные томаты нарежем на меленькие кубики. Размером до сантиметра. Подготовительный этап можно считать законченным. Приступим непосредственно к приготовлению. На разогретую сковородку используем глубокую, но это совершенно не обязательно. Добавляем растительное масло. Можем и масло добавить, конечно, но в данном случае добавили масло. И обжариваем картошку до золотистой корочки. Пока жарится картофанчик, зальем баклажаны холодной водой. Обжаренную до золотистого цвета картошечку выкладываем в форму, в которой будет запекаться наша запеканка. Баклажанчики хорошенько закинь их назад туда. Баклажанчики хорошенько отжимаем от жидкости и перемещаем на сковородку. Обжаривать их тоже будем до золотистой корочки. 3 минуты обжаривались баклажаны, перемещаем их также в форму для запекания. И обжарим сладкий перец. Буквально минутки полторы, то есть его не надо обжаривать, его так немножко припустить. Добавляем сюда чили-перец, который мы использовали по желанию, если вы любите остренькое. Если с перчиком не любите, тогда чили можно не добавлять.
обжариваем еще секунд 30 и перемещаем в ту же форму, в которой будем впоследствии запекать запеканку. Следующим этапом обжарим лук до легкого золотистого цвета. Отправляем сюда же чеснок и обжариваем еще буквально полминутки. Да, лук обжаривался в течение 2 минут. Отправляем в лук с чесноком. Ух ты, как ты отправила его, он прям прыгнул. Говяжий фарш. И разминаем его. Стараемся перемешать фарш с луком и потихонечку начинаем его обжаривать. Потихонечку, потому что не на очень сильном огне, а на таком, достаточно среднем. Нам надо добиться, чтобы фаршик разделился. Фаршинка к фаршинке. После того, как фарш разделился, вот так вот, прошло, кстати, 8 минут. Солим, перчим и добавляем половину приготовленного базилика. Хорошенько перемешиваем фарш и добавляем приготовленные томаты. Протушиваем минут 5 на медленном огне. Отправляем фарш в емкость для запекания. И приступим к приготовлению соуса бешамель. В это время, друзья, разогреем духовку до температуры 200 градусов. Перемешиваем все наши ингредиенты, чтобы они распределились по форме равномерно. Перемешанные ингредиенты разравниваем ровненьким слоем формочки. В сотейнике растопим сливочное масло. Добавляем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Сразу же вводим сливки и продолжаем перемешивать. Чтобы размешать все образовавшиеся комочки, можно воспользоваться венчиком. После того, как все комочки измельчены, посолим соус, добавим базилик, доведем до кипения и на медленном огне, постоянно помешивая, проварим минут 5, чтобы соус немножко загустел. Немножко неправильно, друзья, я сказал, всего 5 минут, то есть с закипанием. После закипания где-то 1,5-2 минуты и соус загустел. Отправляем соус в нашу форму, хорошенько проливаем всю запеканочку, чтобы она равномерно, так сказать, чтобы каждый кусочек запеканочки получил свою порцию вкусного бешамеля. Отправляем фантастически пахнущую вкусноту в духовку на запекание. Запекать будем при температуре 200 градусов в течение 30-35 минут. Я сейчас точно засеку время и покажу вам процесс готовности. Если есть желание, можно приготовить тертый сыр и в конце процесса приготовления сверху блюдо посыпать тертым сыром, чтобы получилась красивая золотистая корочка. Итак, друзья, 30 минут запекается. Если мы готовим с сыром, то через 30 минут извлекаем нашу запеканочку из духовки. Посыпаем тертым сыром. Вот сейчас как раз ровно 30 минут прошло. И оставляем в духовке запечься еще на 5 минут. Если же готовим без сыра, то полная готовность будет достигнута через 35 минут всего. То есть вот сейчас вот 30 минут и еще 5 минут на запекание сырочка. Через 5 минут извлекаем блюдо из духовки. Наслаждаемся фантастическим запахом, захлебываемся слюной и ждем, пока все остынет. После того, как блюдо остыло до пищевой температуры, скажем так, когда можно кушать, можем его сервировать. Вот так вот разделяем лопаткой на кусочки запеканки. И перекладываем на тарелку. Пахнет, друзья, это просто фантастически. Но еще более фантастическая наша запеканка на вкус. Друзья, она просто настолько вкусная, что я настоятельно рекомендую вам эту штуку приготовить. А я сейчас возьму рюмочку водочки и буду наслаждаться. Настолько нежное блюдо, настолько приятное, с таким ярким вкусом, вам понравится. Оторваться невозможно. Итак, друзья,
С удовольствием представляем вам рецепт нашей фирменной домашней запеканки. Она подойдет к праздничному столу и также подойдет к обыденному столу, то есть когда вы просто приготовите для своей семьи такое блюдо на ужин. Поверьте, ваши близкие, родные будут очень приятно удивлены, и им очень это понравится. После этого вы будете готовить запеканку регулярно. С удовольствием вам представляем рецепт. Если есть вопросы, пожалуйста, под видео задавайте, на все вопросы отвечу. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с Ларисой готовим для вас новые интересные и вкусные рецепты. Всего доброго, пока!